Каждый из вас, выходя в город, видит такие немножко тени, немножко привидения людей, которые тянут ногу, рука у них поджата, взгляд в одну точку. И вы думаете, чур не я, чур, что это такое, фу-фу, какая-то, ходит, тянет ногу. Это инсульт, это моментальная катастрофа, это крушение всех планов, разбитые мечты. Все это случается моментально. За время моей практики я видел десятки таких примеров известных бизнесменов. Почему-то в основном это случается с мужчинами. Ну да ладно. Все, что касается инсульта, то есть поражения головного мозга, головной мозг, неважно под каким соусом там подается, ишемический, неишемический, тромбозный, нетромбозный, вследствие сахарного диабета, вследствие гипертонических каких-то кризов, все это полная херня, дамы и господа. В самом основном это все то, о чем я говорю постоянно. Это микроорганизмы. Вы прекрасно понимаете, что куски пельменей или куски отбивных до мозга не достают. Я думаю, что это понимает даже школьник в школе. Что мы видим в головном мозге? Две причины инсульта. Только две. Первое – это тромб и накопление крови, или мы видим разрыв, или мы видим сужение сосуда, но все это, по сути дела, одно и то же. Это действие микроорганизмов. Понятно там, разжижающее, укрепляющее, это все уже, знаете, как пустые сны называется. Итак, что нужно для того, чтобы избежать инсульта? Нужно хотя бы понимать, что он может быть у вас. Потому что когда он уже у вас есть, решать дальше эти вопросы, ну я не знаю как. Точнее, я знаю как, но вряд ли вы на это согласитесь. Весь вопрос заключается в следующем. Думать нужно немножечко наперед. Потому что если вы едете на рыбалку, вы же прекрасно понимаете, что будет, если вы, предположим, заночуете. Наверное, нужна палатка какая-то, да? Наверное, нужны какие-то дрова. А что это на рыбалку, что важнее ехать, чем жить жизнь, прожить ее, да? Вы не думаете о том, что может что-то случиться? Что может быть сейчас перейти на какую-то диетку нормальную, да? Может где-то капусточки покушать какой-то? Может чистку печени сделать, чтобы это дерьмо не циркулировало по организму. Не, надо ждать, когда это случится. А вот когда уже это случилось, если до инсульта не было мозгов, то поверьте мне, я общался с клиентами различными, то после инсульта этих мозгов не появляется, потому что, как вы понимаете, инсульт – это поражение головного мозга. Извините меня за эмоциональность, но на сегодня все.